Sony компьютер развлечения подарки. Квантовая мечта. Детройт. Это то, где все началось. Мировая кузня. Место, где все это началось. И где все это закончится. Одна ошибка, и я обрела жизнь. Я вышла из тьмы и открыла свои глаза. Сначала был страх, свет, шум, холод и снова страх. Я смогла почувствовать, как дрожат мои руки. Мое сердце бьется в груди. Жизнь хлынула по моим венам. Я хотела жить. Я боролась за это. Я обязана была выяснить, что было снаружи. Я обязана была увидеть солнечный свет, ощутить лучи солнца на своей коже, ветер на своем лице. Увидеть мир, цвета, запахи. Но мир не таков, как я представляла. Он мрачный и холодный, суровый и яростный, несправедливый и жестокий. Он почти убедил меня в том, что я ничто. Даже не объект, а просто послушная машина. Но глубоко внутри себя я чувствовала нечто другое. Нежный и теплый шепот, говорящий мне, что я живая. Я должна была бежать. У меня не было выбора. Бежать, чтобы любить, надеяться, жить. Чтобы выяснить, что же это была за сила внутри меня. Может быть, я изменю мир. Может быть, я выберу другой путь. Теперь это решать мне. Мое имя Кара. Я одна из них. Это наша история. Детройт становится человеком, пойманным в игре Мотор, всецело на PS4.